В городском округе продолжается возведение жилого комплекса «Новотомилино». В рамках масштабного проекта строительной компании «Тройка РЭД» в микрорайоне «Птицефабрика» сносят аварийные дома, а на их месте появляются современные многоэтажки и благоустроенные дворы. На каком этапе сейчас работы, выясняла наша съемочная группа. На данный момент микрорайон «Птицефабрика» – это локация, где пересекаются две эпохи. По соседству с двухэтажными советскими бараками, современные высотки, детские площадки, а также зоны для занятий спортом. Но до конца года старых построек здесь уже не будет. Нами было получено на этой неделе разрешение на строительство двух корпусов. В рамках этого мы сносим жилые дома. Уже снесены три дома. До конца года осталось еще 9 домов. Таким образом, снос в этом году будет завершен. На очереди дома на «Птицефабрике» 1,4. Жилые здания, построенные в 1946 году, признали аварийными. Семьи, проживающие в них, переселили в комфортные квартиры. На данный момент расселено 800 человек, более 300 семей. Люди переселяются в новые дома, построенные компанией «Тройка РЭД». Микрорайон очень сильно развивается, обновляется. В данном микрорайоне помимо жилых домов будет построена пристройка к школе. Это даст развитие и самому образованию, и качественному образованию. В новом жилом комплексе 4 многоэтажных дома уже введены в эксплуатацию. В рамках второго этапа работ компания «Тройка РЭД» возведет еще 4 жилые высотки. Проектом также предусмотрены социальные объекты, многоуровневый паркинг и реконструкция стадиона «Урожай». Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, Артем Морозов, телеканал ЛРТ.